Задание, значит, убить зараженных зверей. Так, и нам дается периметр. Сейчас глянем на карту. Вот там у меня лучше обойти. Вот так. Смотрите, они там! Змеи-волки, не подпускайте их! Пойдем пешком. Без коняшки. Свалил куда-то. Эй! Второй еще где-то. Мне же страшно. Где он? Он ведь затоптать может, вон он. Есть. Кончита. Нет больше больных животных. Вас понял, иду на цель. Готовим обстрел, освободите квадрат. Райдер, прием! Тебе лучше сходить к Фалко. Так, это мне вот так вот. Тут стреляли что-то тут все. Что-то я так думаю, он тоже недружелюбный вот этот вот. Почему-то мне так кажется. Так, так, так. Тут что-то они тут делали. Здесь не пройти. Ага. Змеи-волки. Ух ты, ух ты, ух ты. Тихо, тихо. Как они быстро атакуют. Где-то я тут вокруг бегаю. Ну факт, что дошла вроде бы. Вот где-то здесь они, вот. Не стой на месте. Тащи свой зад на вертолетную площадку. Мне нужен этот крот. Ясно? Полетели. Командор Фалко? Что вы тут делаете? Планы изменились, детка. Ступай за Таном Ялом. Я только что узнал, что он связан с кротом, а мне этот крот очень нужен прямо сейчас. Что нафиг происходит? Я покончу с Нави раз и навсегда. Единственная проблема — этот чертов крот. Следуй за Таном Ялом, и он выведет тебя на него. Так, опять-таки они все говорят про этого крота. Нужен нам этот крот. Куда пилить? Вон аж куда. Вот они! Патроны! Залезь на него! Перезаряжайся, прикрою! Это будьте наш... осторожны! Бегом вперед! Вперед! Мне за них не дают, что ли, очков-то? Нет. Везде стоят эти перезарядники. Это хорошо. Ой, мамочки, что же меня окружаете-то? Нападают все равно эти. Хоть я и не человек. Но они нападают.
Мы в тех не будем стрелять. Они хорошие. Образцы собираем, не знаю, что те чуваки-то. Что не спросили меня ничего. Насчет того, что, мол, отдай, что насобирал. Так, тут это наши коняшки. Их не надо трогать. Да, можно было бы вступить его примеру. Интересно, он даст мне на него сесть? Так. Поехали. Чтоб не бегать пешком. Все равно я растения тут не буду трогать. Бонусов за них я не получу. Классно то, что они как фильмы складываются, вот эти вот. Раз, раз. Едем, и никто не нападает. Так, где-то вот здесь уже недалеко. Командир Фалка? Что у тебя, парень? Это доктор Харпер. Я вижу его сейчас, он с Даньяло. Твою мать, Харпер! Все ясно, мы грузимся в Скорпион. Отправляйся туда, не дай уйти Харперу. Не дать уйти Харперу, что с ним делать? Завалить? Вы и есть крот! Так ты здесь за этим? Крота искал? Ну что же, нашел. Я крот. Молодец, Райдер. Примери новые погоны. Ты понимаешь, что ты делаешь? Знал бы ты, что ты творишь. Посмотри, не узнаешь? Погоди, это... Да, здесь раньше жили на Ви. Пока не пришел ты. Я? Я тут ни при чем. Да все же знают, новый связист навел на цель. Ты сам-то понял, чем занимался, а? Мне сказали... Это... О боже! Они использовали тебя, Райдер! Фалко и Эрдей конец. Это лишь вопрос времени. Я теперь на стороне Нави. Сдавайся, Харпер. Не нужно все усложнять. Ты пригодишься, Нави. Решать нужно сейчас. Мы с тобой два аватара. Мы их одареем. Давай нападем скорее. Давай. Время вышло. Райдер, я приказываю тебе застрелить Харпера. Слушай меня, Райдер. Мы два аватара. Мы можем вынести эти войска. Так, а я могу выбрать потом, за кого играть. Я так понимаю. Либо я убиваю людей, либо... Я приказываю вам застрелить Харпера. Харпера застрелить. Ну вообще, если идти по фильму, то нужно, конечно, убить людей. Они же расстреляли деревню. У нас преимущество. Или остаться за людей. Давайте пойдем за Нави. Слушайте, осторожно, берегите его! Нет! Он нас убьет здесь! Прикройте меня, перезаряжа... Иди, иди! Рано радуешься, Райдер! Ох, как рано! Нужно уходить быстрее. Садись на Станга. Итак, я выбрала сторону Нави. Но есть развитие сюжета из-за людей.
РДА все делают сразу и целиком. Это лишь предупреждение, знак того, что быть беде. Ракеты дальнего действия превратят в пыль весь сектор. У твоих новых друзей есть что-нибудь получше, чем луки и стрелы? Они защищают родной дом. Другого оружия им и не нужно. Отлично! Молодец, Райдер! Всегда на стороне неудачников. И вот такое вот у нас оружие. Есть вот такое. Есть лук. Потренируемся. Ну, это понятно. Ну, лук, ладно. Что скажете? Время играет против нас. Фалка может отключить наши синг-камеры, и нам крышка. Мы с Таньялом поведем отряд на захват синг-камер. Я пойду с вами. Нет, ты нас только затормозишь. Мы летим на Банши. Этому мастерству учит Бейдаам, могущественный воин Типани. И предупреждаю тебя, Бейдаам не очень ласков с чужаками. Шутишь? Я предаю свой народ, чтобы быть здесь. Тогда он точно тебя не взлюбит. Он ненавидит предателей. Найди Марала. Она в друзьях с Бейдама. Она скажет, что делать. Да уж. Короче, так и так предатели. Как ни крути. Ну, тут деревня Нави. Каждый что-то делает, там ковыряется, не знаю. Корешки какие-то добывают. Там внизу, кстати, вон можно образец собрать. Я не пойду не смело наверх. Шустренько так забирается. Снаходец, Ренни Харпер говорит о тебе хорошо, но я боюсь, Бейдама не рад тебя видеть. Бейдама, с ним мне нужно поговорить. Тебе надо принести знак уважения. Найди редкое огненное семя. Только тогда Бейдама будет говорить с тобой. Блин, какие они все тут непростые, а? Не лезь в неприятности. Найди то, не знаю что. Так, поскольку сейчас мы за Нави, нужно опасаться людей, я так думаю. Стрелять в них придется. Эх! Нет! Как-то туда надо запрыгнуть будет, залезть. Ого! Что вытворяет? И тут я какие-то образцы собираю попутно. А мне наверх, да? На самый, наверное. Ах ты, блин. Что, он сюда не хочет скалы. Ага. Этим взрывающимся растением можно атаковать врагов или сдвигать. Вот таким образом мы себе сделали путь. Кто откуда стреляет? А, вон они. Паразиты. Вот они, задайте им жару.
Откройте, я иду. Вижу врага. Тихо, тихо. Все, зачистили. Вот к нему надо отнести это семечко, иначе разговаривать даже не станет. Черт. Так, еще какой-то образец. Тоже пригодится. Бежим с этой самой ценной семечкой. Ну что? Что это? Так ты пытаешься купить мое доверие? Тебе не нравятся цветы. Ха. Татьют, говорят, ты предал свой народ, чтобы быть здесь. Как скоро ты предашь и нас? Чтобы завоевать мое доверие, нужно нечто больше. Твой народ бросает в нас пылающими копьями. Ракетами, как ты их называешь. Издалека, как трусы. Небесная башня направляет ракеты. Уничтожь башню. Найди Морали. Она возглавляет нападение. Я видела взрывчатку, которую после себя оставила RDA. Если найду еще, смогу вынести эти башни. Ха, это путь труса. Вы, люди, не сражаетесь с честью. Иди, уничтожь башни, как считаешь нужным.